Вот мы пришли по вдоль забора. Мы пришли и над лепеховым яром нашли глубокую яму. Дальше идет когда-то вход. Вот, и вот вход из этой, вернее, ход этой пещеры идет туда, в сторону Кирилловской церкви. Там внизу что у нас? Сейчас я посмотрю. Увеличим. Кирпич какой-то лежит. А насколько реально, что вот ты куда ступишь и все. О, а вот это уже любопытно. Ну там ничего, никуда не ведет, может быть засыпано, обвалившись, черт его знает. Вход он глубокий, но просто он. О, тут живут ежи. Ой, с ними. Да. Там Петь, если что, сможешь потом отдельным роликом мне скинуть? Да. Там живут ежики. А много их там, потому что этот маленький, он такой-то еще пацан. И там тоже маленький ежик. Я их там не знаю, как их определять. И там тоже маленький ежик. То есть, пещера идет вглубь. И сложно предположить, что эту пещеру выкопали маленькие ежи. Скорее всего, они воспользуются. Но это, кстати, еще... Тут вход засыпан, вот уже был глубже вход. А мне у них лапки. Вот и он засыпан просто. Вот, а вот житель этой пещеры, ежик. Но мы ему не будем больше мешать, а то он даже... скрючился, боится. Давайте попробуем подняться по южному склону. Может, так, вот так обойдем. Давай идем так. Ну да, но тоже тут не бетонная дорога. Наша еще будет отрога. Ну вот этот отрог самый крайний к Кирилловской церкви, так получается. Вот этот, который сейчас. Ну да. Вот, значит, это и есть южный склон Кирилловского кладбища. Следовательно, если местность курган была к югу, то это где-то здесь. Поверху и позаглядывать, может быть, где-то вход в пещеру. Знаешь, обычно площадки вот эти вот пещеры, они как в случае с Кирилловской, вот как-то так вот получается у верха. О, ну тут нету. Сейчас, да. Сейчас что? Но мы все еще ищем вход в пещерушку. Может быть, где-то тут будет. Вдруг отыщется. Запечатлеть для истории. К тому же, я думаю, что пройдет лет 15, и тут начнут возводить какие-то дома огромные. Это вполне может быть. Вот, и то есть, вот, даже папоротник. Вот такое впечатление, что тут все было в каких-то подземных пустотах, крыши которых
обвалились постепенно. Вот. И вот тут могли быть пустоты. А то была стенка этого подземного сооружения. Возможно. Сейчас мы переберемся на тот берег. Наш путь шел по краю извилистого яра, ольхового яра. В одном из крайних отрогов ольхового яра остатки еврейского кладбища. Осталась контора этого кладбища. Что? Контора кладбища. Ага. А вот тут снизу целая куча, если осенью пройти вот так вот весной, то надо целая куча снимков есть, ЖЖ. Ага. Снизу все полностью в плитах, там с этими звездами Давида, могилы, короче, разные. А это все, что осталось, немножко упорядочили, там даже табличка висела. Даже вот что написано, 1635. Мы отправляемся на Щековицу, чтобы попытаться отыскать там древние пещеры. Пошли. Как раз зеленый свет. Раньше здесь начиналась не Олеговская улица, а улица Черный Яр, потом переименованная в Мирную. Вот, и вот эта Мирная, она продолжалась вот туда. Давайте посмотрим, что там. Там сейчас, ну тут стояли здания так вот, двух-трех этажах, но их снесли. Вот это была улица Мирная тут. Вот от нее оставшийся сегмент, и Мирная потом присоединялась к Лукьяновской улице, поднимаясь на гору. Черный. Вот тут пустырь загаженный. Загажен страшно. Мусор. Ну как всегда. Некогда мы искали тут. Я искал старинные кирпичи, но находил только обломки он их. Давайте чуть дальше еще пройдем. Вот это, понимаешь, все застроит. Я не зря снимаю. Как застроили там один из ярусов уже. Когда-то здесь жили люди. Но мы выберемся на Олеговскую и пойдем наверх. Низовье Олеговской улицы осталось почти неизменным с 19 столетия.
Сейчас мы выбрались на самый верх Щековицы и отправимся на ее склон в поисках пещер. Уже домик сдается в аренду. Это дом второй половины 20-го столетия. Как и, в принципе, большинство домов в той стороне, кроме здания школы-интерната, окрестности которого мы и будем следовать. Так, идем туда. В 80-х годах на территории усадьбы школы археологи нашли вход в одну из пещер. А по словам местных жителей, тут пещер не одна, а много. Ну, идем к школе. Вот туда, на ее задворки попытаемся проникнуть. Вот идем, тут знаешь, поворот направо, сейчас. А вот мне вот одна интересная. Вот за мной находится усадьба школы. Мы же идем в переулочек. Тут же проект получается? Ну, видно, типовая школа 30-х. Вот. Вот здесь всюду было раньше кладбище, под ним пещеры. Да. Мы пытаемся найти хоть какой-то вход. За зданием, которое находится позади меня, и располагался когда-то загадочный полукруг. Вот там стоял этот полукруг, но мы туда не можем проникнуть, и мы углубляемся проулочек между гаражами. Тайный лаз. И сворачиваем направо. Интересующая нас местность. Ой, налево, да, я уже стал путать. Бывает. О! Столь любимые зрителям Киевской амплитуды замусоренные склоны. Да. Ну, так, нас интересуют в первую очередь любые залазы. В рюкзаке у съемочной группы несколько мощных фонариков. Да. Вот здесь прослеживается то, что раскапывалась подземная галерея. Вот она уже замусорена, все обвалено. Ну, эти же раскопки проводились в 80-х. Вот, вот. И это направление к улице Нижнеюрковская. А вот этот коридор шел параллельно склону. Вот. А вот, собственно, еще возвышение. То есть тут такое плато. Ага. Потом шла пещера, потом небольшой обрывчик, снова уступ и обрыв почти к Нижнеюрковской. Так. Угу. Исследование склонов принесло свои результаты. Вот пещера. Как завален. И по сведениям археологов, в 5 метрах от склона, то есть если, от верхушки склона, то есть если все вместе считать, там еще выше, то таки 5 метров. То есть вот был довольно большой вход, и он обвалился. Сейчас мы при помощи фонарика посмотрим чуть глубже, насколько это возможно. Он очень замусоренный, сюда, понятное дело, не вползти. Вот он вот так вот обвалился. Сейчас. Сейчас. Стекло. Стекло? Если
тут, понимаешь, на колени становиться, оно будет очень хреново. Я пытаюсь вот как-то снять. Как-то что-то снялось, а потом посмотрим, что снялось, потому что невозможно туда вот это вот, если на коленях лазать, пытаться залезть, это ранение будет. Вот пригорок, и под него идет для вас в пещеру. Вот, стой, сейчас снег и навернулся. И дальше идет отвесный склон во враг Юрковицы. Ну так, вылезаем отсюда, сюда имеет смысл вернуться уже ближе к осени, когда не будет так много зелени, потому что мы пока ничего тут больше не найдем. Сейчас мы отправимся на Старообрядческое кладбище, в овраге между ним и отрогом, на котором мы находимся, тоже были пещеры, причем пещеры с погребениями. Посмотрим, может быть, от них что-нибудь осталось. От школы мы направляемся к Старообрядческому кладбищу. На дворе месяц июнь, самое его начало. Довольно жарко. Вот тут улица Лукьяновская вливается в Олеговскую. И дальше уже идет под именем Лукьяновской. А вот здесь был татарский базар шурум-бурум. Вот, тут продавалась разная всячина. И еда, и предметы. Вот тут кипела жизнь. А мы подходим к склону между отрогом Щековицы, где мы только что побывали, и татарским кладбищем, которое смежено со Старообрядческим. Разумеется, мы посещаем живописные склоны, изрядно обсыпанный хламом склон. Куда он ведет, непонятно. Мы видим залежи полезных ископаемых в виде строительного мусора. Так являни обращаются с древними склонами, с древними погребальными землями. Выйдем к обрыву. Красота-то какая! Обрыв Репута. Весьма. Вот, представь, что тут могли быть какие-то пещеры, но их засыпала свалка. Вообще, знаешь, что скажу, это самое, если отсюда так полететь, то это самое, можно это самое и не выжить. Вид на отрог исконной Юрковицы, ой, да, исконной Юрковицы, название которой потом сместилось вот туда. А там исконные Юрковицы и Старообрядческое кладбище. Видны искусственные ее формы. Вот, ну что. А была мысль исследовать вот тот склон. Я думал, что можно туда будет подобраться. Может быть, это можно. Смотри, тут отходит влево какая-то тропка. Давай ее исследуем. А посмотрим, может, там что-то и найдется. А, тут коробка от кастрюль. Угу. Что же дальше? Тропка ведет нас куда-то в никуда, кажется. Нет, смотри, она длится и длится. И даже некий спуск. Не только. Я вижу старинный кирпич. Посмотрим. А вось удастся его загнать на аукционе. Он плохо очищен от цемента
и явного клейма на себе не несет. И идем еще чуть-чуть дальше, пройдем. Дальше. Вот мы тут видим предмет старины. Задняя крышка от ЛТ монитора. Да-да. Да. А рядом, возможно, бывший лаз в пещерку, но этого знать не дано. Большой раскоп. Угу. Причем, смотри, нехилая яма. Диаметр, ну, метра полтора на полтора. Но засыпанная мусором. Хотя, возможно, это был тоже вход в пещеру. Давай попробуем пройти дальше по этой тропе. Куда? Мы идем по краю отрога исконной юрковицы. Сюда можно выбраться через Старообрядческое, либо через Мусульманское кладбище. Вот мы выходим на отрог. Обратите внимание на ровные формы склона. А вот мы пришли оттуда. Там мы нашли пещерку. Целый погребальный комплекс был вот на том склоне, который примыкает к свалке. Идем сюда. Круговую панораму. Болотце. Надо как-то снова пробраться к этому озеру карьерному. Угу. Так. Ну что, я спущусь. Ты будешь спускаться? Нет, подожди. Ладно. Мы спускаемся на один из нижних уступов. Не навернуться. Мое внимание привлекла эта дорожка. Мы тут видим только частично заболоченную почву. Вот давай я туда пройду. Если не намокну, то... Тут вязкое болото. Ладно. Отсюда еще сниму. Thank you.
хочу длинный кадр снять. Мы вышли на задворки Старобрядческого кладбища к гаражам. Тут хорошо срез склона видим. Класс. Красота какая. Да, видишь, изуродовали склон. Земля сама интересная. Лёс. Это лёс, видишь? Мы находимся в местности, которая называется Зверинец, хотя местные жители считают ее Печерском. Сейчас мы пойдем на территорию ботанического сада на поиски одной из пещер, которая обошла вниманием наука. Мы уже поднимались когда-то по этой горке. Эта местность называется Собачка или Собачья площадка. А сейчас мы вам покажем чудо телепортации. Телепортация осуществлена успешно. Да. Ага. Вот мы сейчас идем мимо экспериментальных участков сельскохозяйственных растений. Справа растет топинамбур. Или топинамбур. А тут была тропиночка раньше, но ее уже... Через участок березовой рощи мы идем к участку хвойных, к месту, где уже в наше время воссоздали Всеволодов Красный дворец. Хотя ничто не указывает на то, что он там был. А там, однако, вот именно там, ну действительно, нашли какие-то остатки строений княжеского времени. Плюс там же более позднюю гончарную слободу нашли. Причем нашли печи для обжига, и в них целые горшки. То есть люди почему-то бросили все это. Вот. Непонятно, да. Там такой мыс, нависающий над наводничьими. Ну, долго ли, коротко, скоро мы туда... Придем. Вот слева Зверинецкие пещеры, кстати говоря, надо будет как-нибудь их посетить. Уже там церковь построили, в 90-х никакой церкви не было, была просто частная усадьба, и туда через вот эту вот дырку в заборе водили паломников. Ага. Вот, вот за Колей виден характерный земляной вал, оставшийся от Зверинецкого форта. Мы вам его уже показывали в одной из серий «Амплитуды». Ну, пахнет цветами цветущими. Тут разбит такой сад. Мы сейчас углубляемся в хвойный участок. Углубляемся. Вот. И отсюда мы идем в сторону склонов Днепра. Чтоб просто... Я думал, тут будет замечательно пахнуть хвоей, а тут пахнет какими-то чертовыми шашлыками. Ага, только меня как мясоеда дразнит. Вот здесь мы сворачиваем налево к Красному дворцу. Вот, нам туда. Идем к склонам. Да. Играем. Опа! Начинается экстрим, да. Вот, так вот. Вот это вот воссоздание Красного дворца. Скорее
похоже на сторожевую башню. Похоже, о, согласен. С частоколом. Ну что же, идем туда. Угу. Я думаю, нашим зрителям интересно посмотреть это сооружение вблизи, а потом мы свернем от него на склон. Коля чеканит краеведческий шаг. Так, ну вот мы подходим к обрыву. Кстати, сейчас снимем сверху этот обрыв. И потом мы обойдем его со стороны. Вот сейчас мы туда приблизились. Я продолжаю снимать все длинным кадром. Вот такой вот бревенчатый домик. Вот, и мы оказываемся на краю обрыва. И под нами Днепровское шоссе, Вырубицкое озеро, мост Патона, приближается Коля. Вот. И вот к этому обрыву мы сейчас спустимся снизу. Ой-ой-ой. Вот, но мы туда вот снизу спустимся, где-то тут вот вход в пещеру, в принципе. Ага. Пробуем? Пробуем. Сейчас поднимемся еще в это сооружение, а потом двинемся на поиск пещеры. Я обращу внимание зрителей на ровные склоны этого мыса. Вот. Тоже такой ровный склон. Вот такой вид открывается с этого деревянного сооружения. Вид на восток. Вид на юг и вид на север. Туда мы и отправимся, на север, чтобы под склоном спуститься вот под тот обрыв. Идем по шаткой деревянной лестнице вниз, загудеть с которой значительно проще, чем со склона. Мы углубляемся в дебри склонов. И начинаем снимать длинный кадр сплошного прохождения, который потом может будет нарезан, а может будет пущен как есть. Вот. Потому что для сведения зрителей, если это не попало в кадр, я расскажу еще раз, что в этих окрестностях были действительно обнаружены остатки каких-то древних сооружений княжеского времени, а к тому же гончарная слобода с горшками, оставленными нетронутыми в печи для обжига. Так, ну вот давайте посмотрим на этот загаженный довольно участок склона. Мы стоим на террасе такой. И вниз идет дорожка. Но нам надо куда-то вот сюда вправо, к склону. Так, значит, именно отсюда мы не можем подобраться. Мы вот так вот подберемся. Да, склончик такой. Да подожди еще, это только начало экстрима. Но тут еще нормально. Кстати, вот тут спуск, наверное. Давай. Попробуем так. Если так не получится, будем в другой стороной спускаться. Вот. Мы чеканим краеведческий шаг. Так. Вот тут такая вот штуковина. Еще можно спускаться. Так, хорошо. Вот там будет такой поворот. Эти кадры войдут в историю. Кстати, смотри, тут как в Бабьем Яру верхушки огромных деревьев находятся вровень с нами. Вот. Так. Вот мы видим такой карниз по краю. Сейчас.
А вверху лезть тогда. А вот тут уже легко. Киевская амплитуда в своих традициях. Родоначальники жанра экстремальный спуск с холма. Я не знаю, как ты пошел с камерой. Осторожно. Да, конечно, это самое. Да надо было лет вперед. Знаешь, просто я сейчас себе напоминаю, знаешь, котенка, которая залез на дерево, не может слезть. Но я не котенок, я Колян. А Колян найдет. Куда ты лезешь? Ты мне скажи, тебе сюда надо, а ты вверх лезешь. Ну как, мне надо вообще. А, ну давай. И я пока смещусь чуть-чуть сюда. Так. Мы почти выбрались к этой части. Оля тут несколько застрял. Да нет, вот так вот перехватывайся. Вот, вот видишь уже. Вот, главное схватиться за здоровый ствол. О, поздравляем. Еще рано. Вы нашли кокосы. Вот теперь ты можешь вот так вот пройти. Вот так вот. Да, путь к пещере был тяжелым. Мы не знаем, ждет ли она нас там, но тем не менее мы продолжаем передвигаться буквально по сантиметру над опасной кручей. Фух. Я стою, отдыхаю, жду. Колю, нам осталось пройти еще небольшой участок склона. Если мы сорвемся, мы загудем довольно вниз, глубоко. Тут очень такой суглинок, очень такой сыпучий, и можно вполне оступиться и упасть. Берцы очень выручают меня, их рифленая подошва позволяет цепче. О! Вот нам осталось еще метров 15, преодолеть 20, и там уже искомое место. Да, у нас снова включена запись, и мы лезем дальше. Так, вот такой спуск. Корневища повалены в деревья. Так. Вот мы находимся под крылом. Так, как же? Оп, полосите, оп. Не могу. Древняя ржавчина. Так, вот и мы тут нормально, бля. Живой? Живой, ступился.
Да, знаешь, по такой сложности склону мы еще и лазали, по-моему. Ага. Я вообще удивляюсь, как я. Ну все, так, вот. Ну вот где-то тут. Сейчас мы начинаем искать тот вход в пещеру. Что я пока. Осторожно. Давай руку. Руку. Спасибо. Есть. Так. Подвезу дальше. Так, во-первых, я хочу посмотреть, какой-то интересный лежит камень. Обломки. О, тут уже как-то склон здоровый. О. Да. Так. Ну вот. Сейчас будем тут смотреть. Интересная какая-то тут штука. Что-то сливали, так не знаю. Так. Вот как это все выглядит. Что? Хорошо, что земля твердая. Да. Ёпперасете. Фу. Ну, где-то там. Может быть, она ниже. Сейчас я. Так. Может быть, она тут? Тут здесь мы пещеру не нашли, может нам повезет ниже, хотя может быть пещера была здесь, но ее закопали. Или был это оползень, потому или что тут оползень, да. Вот очень возможно, что был оползень. Ну что же, нам остается только как спускаться вниз туда. Вот. Даже в этом забытом богом местечке Коля сидит ВКонтакте. Так, ну что же, начинаем спуск. Блин, столько лезли. Вот так вот. Осторожно, тут в этой в двери торчат из нее ржавые гвозди, так что. Путник, будь осторожен. Хочу как-то снять, что тут такая. Мы сейчас спокойно. А мы сейчас вот идем вниз. Вот так вот, осторожно спускаясь. Вниз пойдем, да? Да, ну что, мы наверх, что ли? Ну, понимаешь, отрицательный результат, это тоже результат. Какой-то тут старинный кирпич. Крапивы нету? Тут хмель растет. Растет перед дворцом, а под ним хрустальный дом. Белка там живет ручная, да затенется какая. Белка песенки поет, орешки все везет. Орешки надо. Непростые, не скорлупки золотые, ядра чистые, изумруд. Слуги белку стерегут. Надо туда, мы тут не пролезем. Ой, нам хана. Нам хана. Вот туда, вот видишь, там такой чище склон. Понял. Проходим. Да ты оптимист, я смотрю. Знаешь, просто тут акация. Вот. По низу мы не проползем. Соловей нам насвистывал. Потому что за нее схватиться опасно. Шипы. Вот. Там предполагаемый вход
пещеру, но сверху мы не можем спуститься, поэтому мы лезем в обход. Я сейчас выключаю свою камеру, чтобы помочь Коле влезть. Руку, руку. Сейчас. Секунду, давай. Да не, еще ноги нет. Куда ты тянешь? Ну лезь. Подожди, ну тут ноги. Вот, хватайся за ствол это. Вот это, секунду. Подожди-ка. Давай. Спасибо. Есть. Ты силен. Так, теперь мы вот так лезем. И вниз сюда. Так, вот мы обходим. Вот тут значительно проще. Значительно проще. Фух, нас сейчас, возможно, ждет открытие. Пещера. А может быть и не ждет. Может быть там просто рытвина. Посмотрим. Вот мы идем к этой фиговине. Вот так идем. И снова разочарование. Родник вместо пещеры. Увы, это родник. Сочится из склона, водоносный горизонт и знаменитый рыжий родник. Почва богата частицами железа. Может быть, тут слой железистого песчаника, как на Кирилловских высотах. Вот он, родник. Вот ровный склон, с которого я чуть не упал. Ну что же, вместо пещеры мы нашли родник. Сейчас краеведческие часы. Вот такой родничок. Вот он перебегает. Вот куски. Что это? Водичка в нем студеная, не вымывается. Ну что же, двинемся на север и вниз. Родник вместо пещеры. Склоны подсада не расстались со своими секретами, не открыли нам пещеру. Тем не менее, мы сделали все, что могли, и даже более того. Вероятно, да. Пещера закопана. Да. Археологи. Воды не хочешь? Верно, нахватали кучу вещей. Вон выход этого родника в коллектор. Так мы выбрали забор ботанического сада. Вот он там. И пытаемся найти портал для выхода отсюда. Хмель. Дренажный желоб. Сухой. О! Высоченные деревья и таинственная высота, которая не раскрыла нам свои тайны. Тайны. Коля пробивается через заросли крапивы и хмеля. Он не сдается, нет, он просто поворачивается в крапиву. Двинемся по желобу. Мы нашли выход. Да. Теперь идем сюда. Дверь, ну мы все изучили. Так, вот тоже идет тропинка. Нет. Не. Сегодня мы предпринимаем вторую попытку найти пещеру в ботаническом саду. И сейчас телепортируемся внутрь.
Телепортация осуществлена успешно. Ну что же, отправляемся в путь. Вот тут лестничка даже, остатки ее. Дренажная система. Вероятно, она закрыта. Вот. Вот склон. Вот над этим склоном расположено псевдовоссоздание Красного двора князя Всеволода. На этот раз мы попытаемся попасть в эту пещеру не сверху вниз, а поднимаясь снизу вверх. Сейчас мы подошли ко второму входу в эту дренажную систему, и здесь видите сооружение, которое сделано для того, чтобы защитить ее от диггеров. Диггеры пытаются сначала просунуть голову в эту штуку, и потом понимают, что попытки попасть туда безуспешно. Тут-то на них и падает сеть. Да. Дренажно-штольневая система 50. Вот так. Мы же отправляемся дальше. Вот мы стараемся сейчас по низу пробраться под склоном, который показывали вам в прошлый раз. Сейчас мы должны пересечь русло родника и начать уже от него восхождение. Виден явно старинный кирпич. Мне в рот попала мошка. Вот и родник. Вот мы его сейчас обходим. А вот родник чуть дальше. Вот течет родник. Вот он течет тут веками. И от этого родника мы начинаем восхождение. А сей раз мы лезем отсюда. Склон захламлен представителями рода Homo sapiens. Руку дать? Давай. Лезешь? Ты хочешь тебя вперед? Не знаю. Вот мы почти, вот мы уже, но еще не совсем. Так, есть. Так, смотрим. Скоро. Я чувствую, скоро пещера. Вот так обойдемся. Все. Ты рассчитываешь на то, что она в склоне? Да, да, она в склоне. Надо. Есть? Стоишь? Да. Сейчас ты подумаешь. Нам вот сюда. Прямо? Я даже вижу в нее вход. Вот он там. Прямо так? Вверх, да. И что мы? И мы потом стали спускаться. Вот. А ну вот, вот. Уважаемые телезрители, точнее, зрители Ютуба и прочих лейеров, пещера находится там, чуть выше. Мы сейчас предпримем отчаянный последний рывок и достигнем цели нашей сегодняшней вылазки. Я надеюсь. Помочь? Но мне не нравится. Я стою уверен. Есть? Нет. Нет? Нет. Ну схвати за что-нибудь там. Подожди, подожди. Давай, я стою не очень уверен. Что-то не нашел.
Вот тебе надо бы вот как-то там схватиться за... Как называется это дерево, не знаю. Просто вот схвати за ствол. За ствол этого дерева. Сейчас я тут влезу просто. О, видишь, как оно получается. И вот мы практически поднялись под самый верх. Алина лезет. Я сейчас сниму, видать. Налево сейчас надо будет по такому карнизику. Налево? Да. Ну, вернее, от тебя это направо. Так, есть. Вот, теперь сюда идем. Вот. Мы вышли к месту, где не ступала нога человеческая. Вот вверх, вот лезет Алина, вот вверх склона, снизу спуститься невозможно, и по узкому карнизу над пропастью мы приближаемся к пещере, как ходу в нее. Надо быть предельно осторожными. Мы нашли ее. Вход в пещеру. Откуда можно сковырнуться? Дун-дун-дун-дун. И это все? И это все? Да тут же некуда идти. Тут такая я маленькая комнатка. Боже мой, столько лес. Я думаю, это длинная пещера. А тут хворост. Ниша. Сейчас. Ну что же. Хорошо. Забытое подземелье Киева. Одно из самых труднодоступных. Может быть, это древний сторожевой наблюдательный пункт. Ну что, я возвращаюсь. Маленькая комнатка. И все. Вот. Но это сено я не буду отбрасывать. Я не думаю, что под ним что-то скрывается. Те, кто его знает, может быть, рыться в сене мне как-то не хочется. Я вижу, там пол какой-то, листья. Вот. Что самое любопытное, что в дырочках этой пещеры какая-то белая субстанция, не знаю, что это, может быть, это какая-то паутина или, не знаю, непонятно, что, в общем. Хорошо, и вот такой вот вид из пещеры, и тут сразу пропасть. Мы же будем выбираться отсюда вниз, клещи, блин, офигеть. Тут все в клещах. Кстати. Так. Прощальный взгляд на местность. И выбираюсь. Я вот сейчас со своих джинсов стряхнул двух клещей, кстати. Там страшновато, потому что высота большая. Вот. Да, разочарование года. Вот. Ну, хоть нашли.
самая труднодоступная и загадочная пещера Киева, ботанический сад над Днепровским шоссе. Вообще это ужасно так назвали это шоссе, назвали просто набережной, нет, над Днепровское шоссе, ужас. Так. Ну что, начинаем скоростной спуск? Да. Давай возьмемся за руку, прыгнем туда. Хочешь сказать что-нибудь? Спокойный, размеренный, травеческий шаг. Оба! Вот так великие краеведы преодолевают любые спуски. Они не боятся ни крутых склонов, ни зарослей полных опасных, возможно, энцефалитных клещей. Они просто идут своим отработанным краеведческим шагом, зорко наблюдая за окрестностями. Спускаясь по склону, мы, кажется, нашли... Он сюда попал не случайно. Этот камень он обработан. И он не катился с вами? Нет, он бы не скатился. Вот, то есть, возможно, этот камень лежал в фундаменте какого-то древнего здания. Гранит, да еще обработанный и, в принципе, все, что мы можем сказать. Какие-то тут еще есть вот. Какой-то камень, ну вот что это. Кроме прочего, тут вот такие кирпичи, вот красные есть.